Тебе 14 или 15 лет. Хочешь стать предпринимателем? Что делать? Учи английский до совершенства. Учи китайский хотя бы немного. Занимайся программированием. Изучай все методы и способы интернет-рекламы. И контексты, и таргеты, и алгоритмы Гугла и Яндекса. Немножко изучи бухгалтерию. Воспитывай в себе аналитический ум. Не просто гуляй по улице, а смотри, в этом магазине очередь, в этом нету, в этом кафе это берут, это не берут. Почему? Почему? Изучай все зарубежные интернет, там сайты, платформы и так далее, что новое появляется. И уже работай где-то, зарабатывай денежки и откладывай. Запомнил?